Всем привет, друзья! С наступающим Новым годом вас! Желаю всего хорошего, счастья, здоровья в новом году. Тому, кто хочет покинуть проект, наконец-то это сделать, бросить после слияния или до слияния. Тому, кому нравится играть, хоть и возмущаются, постоянно ворчат, но все равно продолжают играть ради тех людей, с кем они играют, ради этого общения многолетнего. Многие из нас здесь приобрели друзей, хороших знакомых, поэтому мы и не уходим с проекта. Не из-за того, что игра такая офигенная. Желаю всем самого наилучшего. А у нас, как обычно, рекорды. Разрабы вообще в конец охренели по горным. 315 призывов. Это 9000 горнов минимум. Откуда, блядь, им взяться? У меня было 1500, я смог призвать всего вот 35 раз. 4 награды. Строителя. На строителя требуется 160 тысяч минут, чтобы получить последнюю награду. Это получается 111 дней стройки, 2600 часов, если я правильно посчитал. По эмблемам вообще печально, мне усилять нечего было, поэтому я при вас буду разбирать, собирать. Эти рекорды вообще все печальные, очень сильно повысили. Новая эмблема стоит дорого. Вот, на нее у меня 62 частицы есть. Чтобы купить еще 40 частиц, надо 800 монет новых. С этой лихорадки. Усиляем, усиляем, надеемся, что повезет. Так, вот три эмблемки усилил, дальше не получается. Наград хрен. Разработчики повысили очень сильно требования, похоже. Люди не смотрят.
Здесь сумерков нету, что ли? Печально. Не везде, оказывается, у меня сумеречные открыты. Четыре награды взял. Сейчас разберу, соберу, именно сумерки здесь создам. Может быть, что-то еще соберу. Хотя у меня 134 тысячи, а надо 283. Вряд ли что-то получится. Все, не хватает материала для дальнейшего усиления. Сто восемьдесят одна тысяча. Я ее не вставил, что ли? Двести девятнадцать тысяч. Что мне даст эпическая сумеречная агрессия? А дает она 87 тысяч. Редкая 37 тысяч, 50 тысяч разница. Да что ты?
Здесь ценная 56. Безупречная 186. Одна. Это все херня. Не получится ничего. Водные, водные, сумеречные. Сумеречных убираем. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом. Сейчас буду отдельно делать видео по слиянию, по новости, если кто-то пропустил. Сегодня вышло. Буду вам сегодня надоедать, потому что мне нужно закончить мой месячный план просмотров. Не хватает мне его.